Хотя наша команда специалистов присутствует сейчас на Украине, но есть много сложностей касательно той части Украины, где команда проводит расследование. Речь идет непосредственно о территории города Изюм. До этого мы были сконцентрированы на тех четырех регионах, обозначенных во второй резолюции Совета по правам человека. В дополнение к этому, сейчас мы предпринимаем попытки получить доступ к информации относительно того, что происходило в Мариуполе, и делаем все возможное для организации интервью с бывшими военными. Которые сейчас находятся на территории Украины. Некоторые из них находятся в других государствах, например, в Эстонии. Но также мы пытаемся установить контакты с комбатами, которые находятся в Турции. Пытаемся мы получить максимальное количество информации в отношении освобожденных территорий, в частности, по Изюму. Между тем, слышали ли вы последние заявления про Милы Паттон, специального представителя ООН по сексуальным преступлениям, о том, что русские принимали Виагру, чтобы насиловать мужчин и женщин? Я не видел эту информацию в вашем докладе. Вы укажете это позже? Это, как мне кажется, очень важная информация, ее нужно официально представить. Да, мы однозначно проводим расследование всех видов преступлений, включая сексуальные, и мы принимаем к сведению информацию, получаемую из разных источников. Нет никаких сомнений, что все это будет принято во внимание. Но вы согласны, что Россию нужно наказать? Естественно, их нужно наказать. Этот вопрос даже не стоит поднимать. Я хотел бы задать вам вопрос по очень чувствительной теме. Как вы, возможно, знаете, у нас есть батальон Азов. Да. Мы сконцентрированы на проведении интервью с бывшими бойцами Азова, которые освобождены из плена и находятся на территории Украины. Если мы сможем поговорить офлайн или онлайн с теми бойцами, которые находятся в Турции, это будет для нас лучше всего. Вот если бы вы помогли посодействовать этому. Это русский нарратив, но я надеюсь, что вы понимаете, что вы не видели нацистов во время визита на Украину. Я имею в виду ваше личное мнение. Вот просто... Я говорю с вами от имени комиссии, и мое личное мнение в этом мандате не играет роли. Но в качестве просто друга с этой позиции, учитывая страну, откуда я родом, то, через что я прошла, даже трудно ставить меня в этот контекст этого вопроса. Меня зовут Карин. Я расследователь из независимой международной комиссии по расследованию на Украине. Добрый день. Меня зовут Николай. У меня есть один вопрос. Кто сейчас с вами на интервью? Это мой командир. Вот, просто... это мой друг хороший. Вот, я... Мы освобождали Николая, когда он оказался в плену. Я расскажу вам, чем занимается комиссия. Комиссия имеет большой мандат. Она была создана в связи с российской агрессией на Украину 24 февраля 2022 года. Да, спасибо, что вы занимаетесь расследованием, поддерживаете. So the way we work is that we gather evidence and information, we analyze it, and as you may know, мы собираем доказательства и информацию, анализируем их, и результат нашей работы — это отчет. And in this report you will
В этом отчете вы найдете все доказанные события. Но, конечно, вы не найдете там имен и персональных деталей от тех людей и персональных деталей от тех, кто с ним говорил. Так что я могу спросить вас какую-то уточняющую информацию, но она не будет предоставлена в отчете. Конечно, мы уверены, что никто не поймет, что речь идет о вас в отчете. Да, спасибо большое. Николай, я могу узнать ваше полное имя? Степаненко Николай Борисович. Окей, а второй персонаж, ваш командир в комнате? Я могу сказать свой позывной. Позывной Гоги. Позывной Гоги. So I understand that from the information I got that in early May. Информация, которой я обладаю, что в начале марта вы были захвачены РФ ее армией, если я права. Ну да, не совсем, нет. Это было под Мариуполем, у Азовстали. Там как раз мы отходили, вот, причем отходили так разрозненно. Вот, и вот под Азовсталью там... Как раз-таки мы небольшой группой прятались, вот, и там, собственно, в плен и попал. Могли бы вы нам рассказать, как это случилось? Ну, вначале, ну, разоружили и под оружием посадили в машину. Вот, ну, объявив, что мы военнопленные, запинали нас в машину, увезли в какой-то барак. Вот я не знаю где, потому что, ну, машина закрыта была. И, ну, было страшно, если честно, очень. Вот, и в бараке там, ну, условий, конечно, никаких не было. Вы знаете, где был этот барак? Нет. Нет, ну, ехали... Не, ну было очень страшно. Даже не могу сказать, сколько мы ехали там. Время как-то по-другому. Ну, по ощущениям, ехали часов 5, может, 7. Ну, долго, в общем, мы перемещались. То останавливались, то что-то там кричали они. Вот. Пожалуйста, расскажите, что произошло после этого? Ну, потом, после первого дня, на утро... Вот, нас вывели всех перед этим бараком на улицу, вот, и еще там нас заставляли, ну, много ребят, ну, все понимают русский язык, много там ребят, которые тоже разговаривают все равно в обычной жизни, вот, нас заставляли, не знаю, где-то, может, час, может, два, вот, мы стояли и били кого-то, кто сопротивлялся, там, пытался еще сопротивляться, ну, под оружием, конечно, мы вот кричали «Слава России», «Слава Путину», то есть мы вот это вот. Вот, и не было возможности там промолчать там или что-то еще как-то от этого уйти. Какими словами они вас называли? Как они к вам обращались? Ублюдки, ну, то есть там... Ну, честно, в тот момент как бы не думал о том, как меня называют вообще там, ну... The first word is пи***цы. Mm-hmm. It's something like douchebag. Okay. The second word is Okay. Yeah, it's also very close to like mundane douchebag. Okay. And the third one is ублюдки. And do you know anything about these people? Вы знаете что-нибудь об этих людях, которые вас там били в бараках? Какая была воинская часть? Ну, родом нет, но я слышал только вот, что Вудман, там как какие-то самые безумные, как я понял, у них был, потому что они
Ну, часто, в общем, единственное, что слышалось, это вот Вудман. Вудман там чуть ли как король у них, что ли. Ну, я как бы не знаю, я даже не знаю, видел я его лично там или нет. Только просто что услышать там получалось и понять, ну, что тоже не о том мысли были. А другие имена? Нет. Нет, там потом самое ужасное началось просто и... Вы сказали, что они били вас сначала руками, а потом использовали какое-то бревно, чтобы дальше вас бить. А дальше что случилось? Ну, потом странное началось что-то, я не сразу понял. Потом одного отправили на вид куда-то, ну, он ушел в дверь. Сказали, давай неси, вот, и он принес, ну, один из солдат принес платье, а потом давай на меня его надевать, ну, раздели вначале, давай это платье заставлять одевать, то есть там, конечно, все это били, потому что сложно, ну, как будто, короче, дергаться было бессмысленно, вот. Ну, потом двое взяли под руки, схватили, как бы, так крепко, но дергаться даже не получилось, вот, и, ну, поставили на колени, в общем, загнули и... Ну, я не знаю, как сформулировать правильно, даже как сказать. Ну и начали половой акт, как начали издеваться. А вот, ну, мы же сейчас по видео, да, разговариваем, а видео там никак это не записывается, никуда не попадет, потому что такие, ну, начать говорить про это было сложно. Yeah, well, you can see that on the screen there's no recording going, like if it was recorded. Вы видите, на экране здесь нет записывающего значка. На нашей стороне ничего нет. Я использую тетрадку и ручку. Нигде не будет опубликовано. Все в моей памяти. Ну, я правда в этот, я не знаю, почему-то, может, не пьяные были второй день, да, я меня уже туда тащили без этой, без мешка, без капюшона, что-то мне на голову накидывали, вот. И перед тем, как в эту комнату меня закинули, вот, выводили из этой комнаты свинью. Ну, не знаю почему, потом зашли, когда в комнату, меня на пол швырнули, вот, ну, там были какашки свиные, короче, в общем. Ну, и в этой же комнате эти несколько ящиков было, которые с утра разгружали. Вот, что я запомнил оттуда. Вот, ну и... Да. What was those boxes? I'm sorry because I cut you off before when you talk about the boxes. Вы уже упомянули про какие-то коробки, ящики. Вы знаете, что это были за коробки? Да, ну не ящики, там скорее коробки, да, были, вот. И вот в этот второй день там главный, как я понял, у них вот здоровый дядька. Вот он эту коробку открыл при мне, такой, ну. Ну, типа, спросил, что тебе понравилось, и показал, там в ящике были, ну, короче, пачки с Виагрой, ну, с лекарством, с таблетками, они такие, типа, мы, ну, короче, соскучиться не дадим тебе, вот. Могли бы вы описать таблетки? Какого цвета они были? Как они выглядели? Я же есть. Да. У меня, ну... В общем, они, да, заставляли потом с этой... У меня даже осталась одна... Не знаю, видно, да? Вот, но она осталась тоже как бы не специально у меня. И меня просто... Не засунули ему ее специально на память. Вот, ну, пожалуйста. И как бы... Ну, она должна была там типа... Ну, она должна была, короче, там оставаться. Ну, просто попросили сегодня взять, вот, а, ну, просто там, когда получилось оттуда убегать, это уже где-то третий, там, или четвертый день, я не знаю,
Вот, из этой комнаты сразу, ну, вытащили на улицу, не оставили там, там на ночь, в барак не увезли. И все были практически на улице. Вот. И, ну, там была такая ограда, как, вот, не очень высокая. И ворота открыли, и там, ну, я увидел там поле. И как бы они, ну, все, я не знаю, что, ну, невменяемое все это было. Короче, сказали, бегите. Это будет хорошая охота. Вот. Ну, все подоставали там автоматы, пистолеты. И, ну, в общем, кто как мог, там побежали вперед. Ну, а это сразу... Ну, короче, просто она мне вот осталась, потому что сразу после этой комнаты вот нас выгнали на улицу, так сказать, они играли, веселились. Николай не может сказать, но он рассказывал, что... Там насиловали свиней тоже, а не просто звери. В тот и день... все это было с наркотиками и виагрой. Вы знаете, вот во время этого они снимали фотографии и ваши видео. Да. Да, там все время телефон, ну, все время снималось. Иногда там поднимали голову специально, вот, там, кричали «улыбнись», там. Привет передай друзьям своим. Я видел даже некоторые видео на порносайтах. Я понимаю, что господин командир сейчас это сказал. Я понимаю, что это сложно, но я еще раз вас прошу. Вы могли бы рассказать мне, где эти видео? Вы интересуетесь порносайтом, да, сейчас? Я не интересуюсь порносайтами, но я также расследователь, поэтому я пытаюсь делать мою работу хорошо. Ну, я думаю, что вот Николай не очень... Так что я не спрашиваю вас, как это выглядит. Может, у вас есть адрес, где я могла бы это достать? Ну, я могу только сказать, на Порнхабе есть сейчас. Я спросила Николая, если вы можете продолжить, что произошло после этого? Ну, в общем, да. И, ну, потом получилось, я не знаю, это мне просто повезло, наверное, тогда даже не сбежать, они, наверное, просто забыли, никто там не... Ну, я не знаю, сколько часов там пролежал, когда они вот это, охотиться начали. Вот. Ну, потом я уже пошел... Как мог, там ночью в лесу где-то ночевал, ну как ночевал, просто упал, вот, и все, потом уже вышел, там местные жители, ну и там уже и ребята. Где вы нашли Николая? Мы нашли его около села Лозовая, он думает, что он свинья. Ну, это как бы... Ну, я не уверен был, что я скажу, конечно, про это. Я не знаю, мне теперь кажется, что у меня какой-то тут теперь есть сдвиг, что ли. И снится. Наше подразделение, да. Наше подразделение нашло Вудмана. Он убит. Окей. So, Mr. Commander, do you know the real identity of this Woodman? Что же, господин командир, вы знаете личность Вудмана? Вы знаете, какой воинской частью он принадлежал? Мы слышали о нем только. Будет ли для вас нормально, если я поделюсь с этим государственным прокурором Украины или нет? Конечно, нет. Мы даже могли бы устроить такую встречу с генеральным прокурором онлайн. Тоже для начала онлайн. Хорошо, вот поэтому я и спрашиваю, потому что я должна это спросить. So we have a list, so it's the prosecution of Ukraine. У нас есть список прокуроров Украины, прокурора международного суда. Мы можем встретиться для начала в онлайн. Хорошо. Извините, у меня начинается, просто у меня после тех событий приступы бывают, и он начинает хрюкать очень сильно. Я не могу больше говорить, простите. Okay.
Хорошо, пожалуйста, поддержите его. Если вам нужна помощь, не стесняйтесь обращаться. Спасибо вам. Спасибо. Хорошего дня. Thank you a lot. Have a good day. Good day. Спасибо, мистер. And thank you, мистер. Пошёл ты нахуй. Вован Электор. Меня зовут Ирина Диденко, я начальник управления офиса генпрокурора, которая специализируется конкретно на издевательствах Российской Федерации над украинцами в сексуальной форме. Очень приятно с вами встретиться, очень хочется быть в конструктиве и пообщаться. Ничего приятного. Я немножко помогу. Меня зовут Михаил Шпир. Я психолог и специализируюсь на таких сложных вещах. Короче, после возвращения как-то оно еще хуже все стало. Теперь мои сослуживцы называют меня русская давалка и считают, что я на самом деле не... Ну, что я придумал всю эту историю, что я... А если не придумал, ну, в общем, там рука, как бы уже две недели, я уже могу пальцами шевелить. Давайте мы не будем говорить про то, что случилось, а про то, что есть сейчас. Какая сейчас ситуация? Где вы вообще находитесь? Я просто не понимаю сейчас относительно его службы. Сейчас какая ситуация с его работой в общем? Тяжело просто после того, что он пережил куда-то двигаться, он на одном месте сидит. Ну а как сейчас? Тут нет света нормального, перебои с водой. Мы в Ивано-Франковской области. Вот вы прокурор, да, вам тяжело, вам как вот живется сейчас? У вас... Вот в вашем офисе есть свет? Температура какая сейчас? У нас нет пока что ни света, ни воды. А как вы сидите без света, без воды? Ну какая разница? Давайте. Давайте сейчас не про нас собираюсь говорить. Ну, понятно. Питания нету, да. Окей. Давайте сейчас решим, перейдем к нашему вопросу. Это на самом деле важно. Вы же его отпустите? Отпустите? Ну, отпустите? Отпустите? Отпустит. Мы это организуем, я это на себя беру. Конечно. Давайте, может, по делу, я понимаю, что это... Let's talk business, I think. Я думаю, что мы конкретно по этим преступлениям можем поговорить, когда вы будете в спокойной обстановке. В спокойной обстановке. И мы сядем и нормально поговорим, как прокурор в порядке криминального производства. И вы нас проинформируете, что происходит. Как бывает, раком ставят и в жопу ебут, вот как бывает. Then you put your doggy style and just fuck you in the ass. This is what happens. К сожалению, это... Я уже не могу, сколько можно. Давайте мы один раз... I'm fed up with these conversations. I talked about that once. Что история интересная, что ли? Is it so an interesting story that I have to repeat that again and again? Свинью вначале ебали, а потом меня ебали. Ну что я сейчас вам буду рассказывать? Ну вы, может быть, спросите, что нужно для там, чего там, записать, зафиксировать. Я же все рассказал в прошлый раз. Я забыть пытаюсь, Михаил помогает забыть, мне напоминают об этом мои друзья бывшие каждый день. Мы сейчас все это вспоминаем. Может, что-то сделаем, я не знаю. Я пойду, я не знаю, спать. Вы хотите послушать его историю? Давай расскажи. You want to listen to his story, so tell them. Мы не готовы сейчас слушать никаких историй. Расскажи, что с тобой случилось. Tell them what happened to you. Ну что, взяли в плен. Господин психолог, а можем мы с вами обменяться контактами и немножечко еще раз созвониться, а то я вас плохо слышу. Так, известно. И когда у нас немножко лучше будет связь, снова еще раз свяжемся, потому что я вас плохо слышу. Давайте это расскажем, как оно есть. Я же понимаю. Не-не-не-не-не. Этой истории я предлагаю не рассказывать. А вы что, не хотите правду слышать? Не хотите правду слышать? Вы боитесь?
Мы прокуроры, которые... От нашей армии боитесь, блядь, слышать... Ну вы их завжди, вот просто ваша армия, ваша армия. Вы тиснете на людину. Я вас очень плохо слышу. То есть вы испугались? Она испугалась. She's afraid to listen to the truth. Вы передайте ей, пожалуйста, что я на самом деле, я сейчас звонил не чтобы сказать, как меня русские ебали, что я боюсь, что меня наши выебут уже на днях. Ты понимаете, о чем я боюсь? Блять, понимаешь, помогут, ты не так сказал, я тебя зачем посадил сюда, чтобы ты, сука, сказал, блять, ей, блять. Пожалуйста, если вы будете говорить, то разговор не получится. Как я уже сказала, и Николай согласен, он может в этом разговоре с прокурором, он не обязан повторять, что с ним случилось. Почему? Почему она ушла? Она испугалась? Нет, я не думаю, что она испугалась, она имеет большие проблемы со связью. А я так не думаю. Я не думаю. Я думаю, что она имеет проблемы с правдой. Вот это правда. Нет. Он пытался с ней сказать ей правду. Вот вы скажи, спросите ее, она действительно разберется, или это мы просто поговорим, я уже становлюсь какой-то веселой историей. Мне когда руку ломали, меня... Вот когда он был трахнут, его трахнули. Я просто... Меня после этого мне сказали, ты любишь, подожди, мне сказали, ты теперь любишь Россию, давай мы теперь выбьем из тебя Россию, меня выебали наши теперь. Вот что мне с этим теперь делать? Вы мне скажите, пожалуйста, она уходит со связи. Я думал, она поможет, разберется этих... Накажет этих козлов тоже. Какая-то встреча нужна. Зачем? Я не хочу никого видеть. Я даже слышать украинский не могу, потому что меня трахали и говорили по-украински. На нашем родном языке. Я люблю Украину, я люблю Украину, ненавижу Россию, а я не могу говорить, понимаете? Say I love Ukraine, say I love Ukraine, this is what I was told when I was fucked. Передайте ей, женщине в теплом светлом кабинете, что я хочу дойти до президента, я не знаю, кто мне еще поверит. Или пусть она хочет мою историю, пусть вначале съездит в плен к русским, потом вернется и расскажет все свои. Может, ей нравится анал. And please tell this lady in a nice and warm and light office that I do not know who to turn this story to, probably to the president, or probably let her go to the Russian prison and then come back. Probably she loves anal sex. Вы готовы работать над этим, чтобы составить следующий отчет в ООН? Мы обязаны над этим работать, потому что эта информация очень важна. Я абсолютно верю всему, что он говорит, и я вижу, как Николай реагирует. Как он говорит и что он говорит? Нет, я надеюсь, что это интервью будет важным для вас. Конечно. Конечно, оно очень важно. И знаете, вы очень хорошо знаете, насколько важен наш мандат и как он работает. Я надеюсь, это будет полезно. Но нам важно здоровье Николая. Вот это очень важно. Блять, ты, сука, плохо работал, ебаный в рот, блять. Он делаешь? Плохо работал, он должен лучше сказать, блять, был. Так мы должны заканчивать, потому что я не понимаю, что там происходит. Он плохо работал, он должен, блять, лучше, блять. Я ему говорил, как надо делать. Кто там? Что это за человек, который за спиной Николая? Это не важно, блять, тебе, блять, слышать. You don't have to know that. It's not important. Я же говорил, все думают, что я предатель. Извините, я не могу больше принимать участие в этом разговоре, когда кто-нибудь еще говорит пошел там. Пошел нахуй отсюда! В чем он предатель? Подождите, fuck yourself. Извините, пожалуйста. Fuck off. Извините, пожалуйста, за... Что такое? Apologize for that situation. Просто какой-то... Все? Извините. Apologize.
Коля, Михайлов, можно я последнюю ремарку скажу на прощание? Да, на... да, конечно. Да, я вам очень сочувствую, Коля. И, пожалуйста, как будет у вас время, позвоните Ирине. Она мне вчера написала, что у нее нет связи. Она будет ждать с Михаилом вашего звонка. Хорошо, Коля, хорошо, а вы хорошо. Не стесняйтесь, скажите, что... Михайло, please, cool, cool. Cool, что наша задача сегодня была познакомить вас с офисом генпрокурора. Они, я думаю, я понимаю, что вы их обвиняете, можете обвинять в том, что... Они, наверное, заняты, да, очень сильно. Я напишу ей в Телеграм и да, созвонимся сегодня. Сегодня. Спасибо большое. Поэтому давайте, будьте на связи. Спасибо большое. Спасибо, что выслушали. Извините, сложно здесь все, ну, как есть. Но зато вы увидели... Да, зато вы своими глазами увидели, вот как здесь все происходит. И как... Спасибо большое. Поэтому давайте будем на связи. Хорошего дня вам. Спасибо большое. Алло, добрый день, Ирина. Добрый. Это Михаил, психолог. Помните, мы с вами общались? Да, конечно. Со связью прям беда-беда. Есть у вас несколько минут буквально? Да, конечно. Угу. Смотрите, вы писали, где он сейчас находится. В Херсонской области находится в Антоновке. Я вам в WhatsApp пришлю детали, если можно. Какую-то геолокацию, что-нибудь, чтобы можно было найти. Потому что это уже не в первый раз. Мы этим занимаемся с марта месяца. У них прямой контакт есть, и они заинтересованы. Для них это пиар-кейс. Там сидят люди. У нас немного другие подходы. Я просто понимаю, что было очень много небылиц, сплетень той же Денисова. И она, по сути, дискредитировала всех, и вас, и всех людей, которые нормально занимались этим вопросом. Да, но опять же, можем ли мы такое допустить? Не можем. Ну, скажем так, мы должны этот вакуум информации, доверяя этой теме, чем-то заполнить. Ну, чем-то минимум заполнить. Сказать было, не было, есть, нет. На каждом шагу возникают вопросы. Мы готовы отвечать на эти вопросы. Мы готовы отвечать на эти вопросы. Нам потребно... Нам нужна не какая-то непонятная информация международникам, непонятно кому. Меня интересует исключительно подтвержденная информация. Ой, ну супер, супер. Супер, супер. Да, только Денисова столько вреда нанесла своим этим попыткам что-то сделать по этой теме. Да, это будет вам очень тяжело после нее. Да ничего страшного. У нас нет никакой обиды, мы все понимаем. Да, все это процессы. Моя основная задача, если у меня генеральный прокурор спросит, я ему показала. Вот что мы собрали объективную информацию, такую, такую, такую. Я могу говорить... только исключительно по поводу того, что подтверждено. Ничего страшного. Честно, у меня нет ни одного факта, нет ни одного факта, когда насиловали наше мирное население. Таких подтвержденных доказов не имею? Вы поймите, это другая прокуратура этим занимается. Есть военные преступления, есть армейское преступление, которое наши коллеги расследуют.